Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 8a. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы забыли пароль от вашего устройства, как в таком случае сбросить его и все настройки. Итак, для начала мы отключаем наше устройство. Зажимаем кнопочку питания, увеличение громкости, нажимаем «Выключить». После полного отключения телефона зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. Почувствовали вибрацию, можно отпустить кнопочки. Попадаем в такое меню, ищем здесь Recovery Mode. Находим, нажимаем на кнопочку питания. Далее нажимаем кнопочку питания увеличения громкости и попадаем в режим Recovery. Здесь мы выбираем Wipe Data Factory Reset. И выбираем Factory Data Reset. И Reboot System Now. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.